на ритуал у них такой. Ну, вы сегодня решили нас удивить уже по полной. Это вообще какая красота. Ой, какие футболки, какие красивые девочки, мальчики, какой обслуживающий персонал. Нам встречают шампанским. Это вообще. Нет, дорогие друзья, вы можете это себе представить? Вот это гостеприимство, говорят, что у нас. Это в большей степени. Вот это настоящее гостеприимство. Я говорю, гостеприимство на высшем уровне. Просто я в шоке просто. Посмотри, ты уже опоздал. Смотри, что делать. О, нифига себе. Вот это да. Вот это да. Давайте пройдем. Здрасте. Так, с чего мы начнем сегодня? Так, снимаю, я пойдусь, побегусь, посмотрю. Смотри, что делается. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, весь персонал встречает прям как на параде. Да. О, здравствуйте. Да. Они меня каждый день удивляют. Посмотрите, что это на корабли, мясные фаршированные корабли, многомачтовые. Ой, ой, крабовые палочки. Да. Я в шоке. Просто разрушать эту красоту не поднимается рука, дорогие друзья. Ой, опять чебурашки. Опять чебурашки. Да. У них гостеприимство, конечно, здесь. На таком уровне, на такой высоте, что прям. Да. Вот это хозяин, вот это персонал. А у нас тут что? Омлетики с мясом. Да. Вот так вот. Ну, плов. Да. Пока всю эту красоту эту не нарушили, надо пробежаться. Дорогие друзья, я даже не успеваю читать название. Вы сами тут все смотрите, определяетесь. Да. Что так называется? Что так может быть по вкусу? Я должен успеть все показать перед тем, как здесь начнется чревоугодие. Да. А чебурашек тоже можно взять скушать? Да. Шеф, шеф тут во всей красе, вы видите, да? От сердца, от души передает привет зрителям нашего канала. Еще. Да. С каждым днем все радостнее жить. С каждым днем все тоскливее. Ностальгия. Ой, что ж мы будем делать дома? Вы посмотрите. Ну это же просто невероятно. Это просто уже за гранью, за пределом. Разумного за пределом, за гранью человеческого восприятия. Да.
все это хотя бы попробовать, не говоря уже о том, что съесть. Как же все это съесть? Да. А здесь, как все украшено, как все, все верово. Это же вот эти вот каракатисы тоже нужно было выпечь или что это? Я даже не знаю. Да, похоже печеные. Не, как лепешки какие-то специальные, пережженные. Нет, дорогие друзья, это нужно видеть воочию и наяву. Так что приезжайте в этот шикарный отель, и вы, у вас изменятся все представления о турецком сервисе, о турецком гостеприимстве, о турецком отношении к туристам. Вы видите, дорогие друзья, с каждым годом уровень сервиса у них все выше. С каждым годом перечень предоставляемых услуг самого различного назначения, самых различных изысканных вкусов и потребностей человека, это просто. Еще бы камера передавала эти запахи и вкус, и тогда, я надеюсь, на нашем канале были бы миллионы просмотров каждого ролика. А так, пока довольствуемся тем, маем то, что маем, но самым нашим лучшим подписчикам и зрителям большой привет. И, как говорится, грех жаловаться. Да. Народу уже довольно много, начинается высокий сезон. Так что нужно успеть, пока все мы разобрали, не только снять и показать нашим зрителям, но и все это попробовать и оценить. Ну, мастерство шефов. Шеф-повара мы уже оценили уже с самого первого дня поезда, ну а теперь только остается только восхищаться, удивляться. И стараться использовать каждую минуты пребывания здесь для того, чтобы получить по максимуму удовольствия, впечатлений. Ты успеваешь камеру водить. Это просто гастрономический шок, да, иначе это все одним словом не назовешь. Там
рекомендуешь? Уже запарился, блин, тарелки нагребать.